Я не знаю.
Субтитры создавал DimaTorzok.
sizga salom do'stlar. Salom sizga salom do'stlar. Thank you.
губернатор Интернационального дома дружбы города Пушкина. И в преддверии праздника Кышкы-Уйнаш «Зимние забавы» был проведен конкурс среди образовательных учреждений Пушкинского городского округа, который назывался «Татарский орнамент». Это конкурс рисунков и предметов декоративно-прикладного искусства. Дети принимали в основном участие, конечно, от 7 до 13 лет была очень активная группа. Но вообще возрастной диапазон у нас от 5 до 70 лет. А как вас зовут? Меня зовут Левина Юлия. О, большое вам спасибо. Пожалуйста. Отличное, спасибо.
алейкум. Алейкум салам. Халярничек. Якши, молодцы. Кынгылы гостичек. Якши. Якши, рахмет. Каршы алган үчін. Да, сіз неге үшін кияш там вот это все бар, мороз да бар. Республика Татарстан. Праздник Кышкы-Уеннар, что в переводе означает «зимние забавы», открывает председатель Московской областной общественной организации Татарско-культурно-просветительский центр Рамиль Рифатович Фасхутдинов. Прошу вас. Аплодисментами встречаем. Бисмилля рахмен рахим. Хурметли кунаклар, кадерли дуслар, мухтарам газдин кардашлер. Мин сизне мусульманча сэлемлим. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Шуше кышкы уеннар бейремлен сизне кытлым. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, гости сегодняшнего праздника, я приветствую вас традиционным приветствием ислама. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, что означает «Мира вам, милости Всевышнего Творца и Его благословения». Исяннасис. Я хочу от имени Московской областной общественной организации Татарский культурно-просветительный центр и от себя лично поздравить вас с этим прекрасным, добрым и веселым праздником Кышкы-Уеннар, что означает в переводе с татарского языка на русский «зимние забавы». Фестивалем дружбы народов Подмосковья, приуроченного к столетию образования Татарской АССР. И мне очень приятно, что мы вновь второй год подряд, зимой, собираемся здесь, в нашем уже полюбившемся всеми парке культуры и отдыха «Березовая роща», чтобы вместе провести весело и культурно время. И мне особенно приятно, что здесь собрались представители разных национальностей и конфессий, а это прекрасно. И я всегда во всех своих выступлениях говорю о том, что наш Пушкинский городской округ является прекрасным примером того, как на протяжении многих веков представители разных наций и религий живут друг с другом в мире, в добре и согласии. А это бесценно. И сегодня, дорогие друзья, мы подготовили для вас прекрасную, интересную концертную программу, конкурсы, викторины и, конечно же, нашу татарскую национальную кухню. И мне буквально недавно, где-то 2-3 недели тому назад, люди говорили: «Рамиль Хазрат, ну какой, говорит, Кышкы-Уеннар, какие зимние забавы, ведь на улице нет снега, нет мороза, кругом дождь, какие зимние забавы?» Я говорю: «Иншаллах, все будет хорошо. Если захочет Всевышний, все будет хорошо». И мы помолились Богу, попросили Его, чтобы в этот день была прекрасная погода. И вы видите результат. Сегодня мороз хороший, снег, солнце красивое. Поэтому всем желаю хорошего настроения. И я объявляю наш сегодняшний праздник открытым. Рахимитегис. Спасибо, спасибо большое. А теперь приглашаю на сцену хозяев вашего города. Слово предоставляется председателю Совета депутатов Пушкинского городского округа Бабаченко Сергею Викторовичу. Сергей Викторович, пожалуйста, прошу вас. Добрый день, дорогие друзья, хочу поздравить от себя лично и от депутатов, Совета депутатов Пушкинского городского округа с нашим праздником. Этот фестиваль не первый раз проводится на Пушкинской земле и всегда проходит весело, с большим количеством народа,
с татарской кухней. Сегодня мы сможем ее попробовать. Сегодня будет концерт. Как уже говорили, наша страна очень многонациональная, и в том числе наш округ. И у нас принято уважать обычаи, устои других национальностей. И этот вопрос нужно укреплять, потому что наша сила в единстве. Всем хорошего настроения, с праздником! Спасибо. А теперь приглашаю на сцену заместителя главы Пушкинского городского округа Ушакову Нину Бениковну. Добрый день, друзья! Позвольте мне от себя лично и от имени главы городского округа нашего Михаила Федоровича Перцева поздравить вас с этим замечательным праздником. Действительно, очень доброй традицией стало проведение зимних забав на нашей пушкинской земле. Это здорово, это правильно и отрадно то, что ежегодно участников и гостей нашего дивного праздника становится все больше и больше. Я хотела бы сказать отдельные слова благодарности в адрес организаторов этого замечательного действа, в адрес нашей мусульманской общины, в адрес Татарского культурно-просветительского центра, Интернационального дома дружбы за то, что они занимаются таким очень правильным, добрым, светлым делом. Они объединяют, они созидают, объединяют людей, которые являются представителями разных культур, разных национальностей. Это на самом деле очень здорово и верно. И объединяя, они во всех нас рождают, ну, вот мы все такие разные, а они рождают в нас одно очень доброе, нужное и единственное верное для всех чувство. Чувство любви к ближнему, чувство созидания. Поэтому это очень правильные вещи. Я еще раз благодарю организаторов за этот дивный день. Желаю всем здоровья, мира, счастья и хорошего дня сегодня. С праздником вас, друзья! Спасибо большое и наши аплодисменты вам.
аплодисменты еще громче. Спасибо, спасибо. Афарин, афарин. Аплодисменты!